Хламидиоз – одно из наиболее распространенных венерических заболеваний, возбудителем которого является хламидия. Связано с поражением мочеиспускательного канала уретры, прямой кишки, влагалища, шейки матки и глаз. От хламидиоза, по разным данным, страдает от 5 до 15% сексуально активного населения. В Одесской области в 2015 году впервые было выявлено почти у 3000 человек. Вероятность заражения при половом контакте с больным составляет около 50%. Инкубационный период длится от 1 до 3 недель. Симптомами у женщин является жжение и зуд в области наружных половых органов, выделение с неприятным запахом и желтоватым оттенком, возможно, легкое повышение температуры. Симптомами у мужчин являются боли в пояснице, мошонке, яичках и мочеиспускательном канале, возможен зуд и помутнение мочи. Нужно отметить, что хламидиоз у 46% мужчин и 67% женщин протекает бессимптомно.